Привет, друзья и гости канала. Я сегодня хочу снять видео о том, как у нас в Сибири катаются с горок. Привет, друзья, у нас в Сибири покатушки на плюшках. Вот, на ту гору чуть не заехали. Ух! Ох, как здорово! Вот как! Вот они как покатились. Снега достаточно у нас. Да, сейчас поеду с горки. Ух. Во, как далеко. Ох. Вот как у нас дети катают. А у нас в Сибири снега достаточно. Ух. Собачка, тебе холодно? Так, обнюхала меня. Побежала дальше. Вот такая у нас очередь, чтобы покататься на лошадке. Вот такие гуляния новогодние. А здесь осталась маленькая пони, на ней тоже катаются. Вот на маленькой лошадке, на маленькой пони тоже едет девочка. Вот это столпотворение. Все хотят съехать с горки. Кто на плюшках, кто на ледянках. Весело. Далеко как уехали. Там уже выстроилась очередь. Маленькие едут. Вот сколько народу. На улице тепло, лошадка катает желающих. Вот маленькая понька везет девочка. Вот здесь же очередь, чтобы съехать с горки. Все катаются, все гуляют. Колокольчик звенит. Да. Вот. Ну что, друзья, вот такие у нас в Сибири покатушки. Кто с горки, кто на лошадке. Очень хорошо. Снега много в этом году. Все очень рады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорой встречи.